Сегодня в Октябрьском районе урожисто открыли после реконструкции автомобильный мост проз раку Птиш. Подея саправды долго чаканая, мост – важное сувязное звено не только помеж населенными пунктами района, але так само помеж Гомельской и Брестской областями. Подробности у Миколая Скинтияна. Открытие моста проз раку Птиш – свято для жыхароў Октябрьского района. Это важная транспортная артерия региона, тому подею не покинули без уваги как мясцовые улады, так и кіраўніцтва в области. Збудаванне, якому уже амаль 50 годов, праз нейкий час пришло у аварийный стан. У 2011 году начался капитальный ремонт, але по разных причинах он был спынены. Побач с объектом з'явился драўляный часовый мост, але рухаться грузовому транспорту по им было небеспечно. У минулым годе ремонтные работы обновили. Гомель Дарбуд с запереджанием, литерально за 9 месяцев замест запланованных 13,5, выканал все необходимое, как побудовать надежный автомобильный мост. Особенность моста данного состоит в том, что в результате частичного обрушения конструкции мост был поврежден и был перестроен практически заново. То есть использовались опорные части старого моста, они были все отремонтированы, и на них уже был возведен новый мост. Мостобудование мае сапраўды важное значение для развития инфраструктуры Гомельской области и систем коммуникаций. За апошний час у гэтым накірунку зроблено шмат, и, вядома, яшчэ есть до чего імкнуцца. Вы сами знаете, что есть и глобальные мосты, которые сегодня государство нас поддерживает и выделяет денежные средства. В 2018 году это Припятский мост, в 2019 году мы возили через Сож, ну и вот теперь. И также мы дополнительно еще в Рогачеве строим мост, который тоже планируем в этом году вести. Данная работа будет продолжена. У нас есть проблемные, которые сооружения мостовые, которые необходимо решать. Переразание стужицы и вось долгочаканный мост после 10 годов перапынку снова уступил в строй. Яго трывалость и надежность проверили не только те, кто присутничал на церемонии, але и автомобили разных служб поселка Октябрьский. Для мясцовых жыхароў мост стал подарунком. Теперь перемещаться по территории района значно простей. Тяжело нам было без этого моста. Мы ждали открытия и очень этому рады, что наконец-то открылся наш мост. Мы рады этому. Для легкого автотранспорта, а грузовой, это же тяжело это всему, конечно. Это как бы мы ждали открытия этого моста. А кроме того, узведение моста – добрый уклад в экономику региона. И он позволит заработать грузоперевозки больше интенсивными и наладить коммуникацию помеж промысловыми объектами краины. Так само мост допоможет скоротить шлях до Брестской области. Это важное сувязное звено помеж полесскими регионами. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Октябрьского района.